Эй, Ами, ты в порядке? О, я просто задумалась. Это место напоминает мне дом. У тебя какая-то штука на щеке. Если бы не эльфы, мы бы никогда не нашли это место. И если бы не эльфы, то мы бы стали первыми, кто помимо демонов побывал в этом месте со времен третьей эпохи, эпохи Балтагана. Согласно летописям, когда Битризен был заточен всеотцом, его гнев вырвался наружу, здесь, в Баратноре. Из него появились на свет первые демоны. Я впечатлена, Ори. Ты снова был в библиотеке? Да, ошибся дверью. Думал, там кухня. Как думаешь, где эта кузница? Разведчики сообщают, что весь Баратнор есть кузница. Хотя где-то же должен быть центр. Но мы его пока не нашли. Я так и не поняла, как эльфы смогли найти это место. Магия легионов успешно скрывала его от глаз смертных уже несколько сотен лет. Мой народ изучал древние свитки, чтобы найти это место, еще когда я была заточена в каменном пике. Но я не знала, зачем эльфам это было нужно. После всего, через что мы прошли, почему бы нам для разнообразия не вляпаться в неприятности, чтобы потом спастись в последнюю минуту? О, почту за честь, миледи.
Эльфы и демоны друг другу не союзники. Разве вы не должны были поубивать друг друга? У нас приказ защищать эти земли от эльфийской угрозы. И пусть наша гостья эльфийка, но угрозу она не представляет. У нас был обратный приказ. Я подумывала убить Рангду и, скорее всего, погибнуть в процессе. Но этот мир и так губит своих жителей, поэтому мы решили не торопить неизбежность. Если бы в Невендере было больше таких, как вы, жестокости было бы меньше, и мир стал бы лучше. Если подождем достаточно долго, наши армии перебьют друг друга, и кроме нас никого не останется. Кстати, о смерти. Учти, чуть дальше наши армии схлестнулись в бою. Да, насчет этого. Мы слышали о грандиозной кузнице демонов, какой еще не видывал Невендер. Но мы не слышали, что в ней куют. Оружие! Зачем еще нужны кузницы? Но даю слово, в этом мире мы его применять не станем. Только на четвертом небе. Оружие должно убить самого Бетризена. Вы хотите убить собственного бога? Мы утверждаем, что это ложь. Потому и пришли сюда. Я хочу знать, что на самом деле эльфы делают в Барад-Норе. Во владениях династии Вин пытаются остановить создание оружия, пожирающего миры и способного уничтожить все живое в Невендере. Они пришли воровать! Нашему оружию нужна мана, как и эльфам. Тут наши народы и столкнулись лбами. Ты говоришь, что битва между кланами и легионами в самом разгаре. Я собираюсь туда. Ну да. А вот я говорю, что эльфы обчищают мой дом. Скажи, зная правду, что мы создаем оружие. Но мы пришли вернуть дома нашей династии. Чью сторону ты займешь? У меня свои интересы, как и у вас. Добро пожаловать в Барад-Нор. Ты можешь пройти. Дитя Железа, наши пути не пересекались со времен твоего вторжения на путь плоти и пламени. Я проплыла через все четвертое небо к Бетризену. Он счел мою смерть достойной, и вот я здесь. Но твое присутствие в этом месте менее объяснимо. Слухи о кузне Барад-Нора известны всем. Неизвестно другое, что именно там куется, и я собираюсь это выяснить. И вновь ты исключительно вовремя. Значит, стрелы не пролетят дальше. Но еще один шаг окажется шагом навстречу смерти. Эльфы верят, что сдерживают нас. Но у нас четкий приказ замедлить их, пока мы не будем готовы. Теперь мы готовы. Многие из моих воинов восторгаются тобой, Дитя Железа. Окажи нам честь, вступив в бой на нашей стороне. Иллианцы, быстрее! Сегодня мы на стороне кланов! Атакуйте легионы! Быстрее!
слава будет моей! Защищаться! Зари меня! Альбет-Гердия! Корзитю Мандия! Пламенем Барат-Нора! Мы перехитрим наших врагов. О, мне это понравится. Я залежу твою... Она уже ослаблена! Мои мысли теперь твои! Сначала твое тело, затем твой разум. Тебя вижу. Страдаю. У тебя слишком мягкая Конечно. Считай это Давай умрем. Смерти без агонии не бывает. Я живу, чтобы сражаться, защищаться без... Барат-Нора. Искусство и я... Узри силу. Смертный.
Я его нечестивый гнев! Чистые не могут причинить мне вред. Умри! Все кончено! Могу с уверенностью сказать, что после такого демоны нам больше не союзники. Это даже к лучшему. Надеюсь, эльфы не забудут, что мы здесь сделали. Кстати говоря. Ави, ты только посмотри. Эльфы побеждают. Их магия. Мы видели, как ее использовала нежить в могиле Ватана. Мой народ никогда бы не воспользовался оскверненной маной. Куда они направляются? Мне кажется, к кузне. И если мы не отправимся за ними, мы их потеряем, Ави. Будем надеяться, что они не приведут нас в ловушку. Нам не впервой. Действуем сейчас, сожалеем после. Разом избит. Я знаю тебя. Ты та мелкая игрушка, которая долго не хотела ломаться. Баталь, это один из твоих тюремщиков? Ты так и не сломал меня. Но я помню совсем другое. Иди-ка сюда. Покажешь своим дружочкам, как мило ты плачешь. Thank you.
будет моей! Ничтожное создание! Я живу, чтобы сражаться! Дерись давай! Почувствуй поток ярости! Ничтожное создание! Призванный кошмар! Отправляюсь! Призванный кошмар! Я есть алтарь! Я служу темному пламени! Городя Ланквила! Отправляемся в путь! Стари в моем пламени! Мы истинные слуги Петрозена! Нам нет числа. Что ж, насекомые? Мы перехитрим наших врагов. Во имя огня и славы. Тебя вижу. Страдай вместе со мной. Слишком близко. Тут конца. Выстрел? Обещаю сжечь твои останки. Я тебя не обижу. Давай умрем вместе. Уйди с дороги. Должно умереть. Давай умрем вместе. Смерти без агонии не бывает. Садист! Арарос больше не будет бить. Он не смог сломать меня. Посмотрим, как его примет Бетризен.
порядок забрал. Мне сказали, чемпионы бойцовских ям пришли в Барретнор поохотиться. Но тут одни мелкие вонючие гнойники. Еще один из твоего стиха. У меня была нитка, не браслет. Синяя нитка, которую мать обвязала вокруг моего запястья. Мелочь. Выродок забрал ее, чтобы у меня не осталось ничего. Мы все понимаем, чем это закончится. Я скажу что-нибудь остроумное, ты попытаешься мне ответить, но не получится. И мы сразимся. Отвечай! Откуда ты знаешь мое имя, червяк? Ты не помнишь меня? Ты забрал ее. Забрал все, что у меня было. Ладно, я пыталась быть милой. Попробуем по-другому. Безродный идиот! Слишком близко. Мои стрелы хотят насытиться. Я тебя не обижу. Твоя охота защищает меня. Пламя! Я служу темному пламени! У тебя слишком мягкая плоть. Но это боль. Не будем спешить. У тебя слишком мягкая плоть. Ко мне, дорогуши. У тебя слишком мягкая плоть. О, мне это понравится. Боль, это боль. Мы воплощение силы. Небо. Нам нет числа. Краситель Матья. Где я, там и смерть. Смерть уже рядом. Исчез. Браслет, который он украл у меня. Моей матери. Это случилось давным-давно.
Что бы ни забрал у тебя этот демон, ничего теперь не вернуть. У ног Эльзит выродок забрал. Арарозом избит. Балиак качала. Тимин, гори. В Барат-Норе заслужи. Выродок не заберет ничего. Нет. Пожалуй, что нет. Тимин, гори! Итак, один из баталий вернулся. Но знай, что если вздумаешь дерзить, я поставлю клеймо на твоем лице. Должно быть, это та демонесса, что упоминалась в твоем стихе. Тимин, полагаю? Это Тимин. Она клеймит рабочих. За преступление. Просто так. Заставляет нас смотреть. Заставляет нюхать клеймо. Я и не знала, что баталий несколько. Я легион. У вас двоих определенно есть личные счеты. Но это не значит, что нам нужно убивать друг друга. Она обжигала меня. Клеймила. Снова и снова. Настоящие мастера должны гордиться своей работой. А теперь подойди. Очередной ожог научит тебя уважению. Ладно, похоже, нам все-таки придется поубивать друг друга. Тоже слышите эти голоса? Балдраган Хойлентот! У тебя слишком мягкая плоть.
Гори в пылающем море, Тимин. Гори ярко и вечно. Она умерла, как трусиха, Баталь. Думаю, Бетризен жестоко ее накажет. Она это заслужила. А, боги! Ну и вонь! Они больны, обезумели от маны. Их нужно остановить. Токманы, направь меня! Я един со всем сущим.
Смерть уже рядом. Страдаю вместе со мной. Твоя огонь освещает меня. Тебя вижу. Давай дружить. Потерпите, дети, пусть безумие уйдет. Идите, спрячьтесь в лесах, пока тени не оставят ваш разум. Что-то тебя насторожило, или... Как мы и думали, это люди-барсы. Здесь, все сразу. Они мои, оставленные дети, брошенные сыновья. Твои сыновья? Не очень-то понятно. Мы с Эмдур были женаты. Барсы — наши детеныши. Они не унаследовали ее способность менять форму. Но не сомневайся, это мои сыновья. Это не просто запах. У тебя обеспокоенный вид. С их запахом что-то не так. Я чувствую их отчаяние, кровь, ярость. Я не могу снова их подвести. Запаха мало. Нужно найти след, иначе мы не найдем остальных. Уже. Там три стаи, и все беспорядочно мечутся. Они не просто злятся, они охотятся на страх. Не волнуйся, Мелиндрах, мы найдем остальных. Обязательно, иначе их перебьют, или произойдет нечто похуже. Они сами поубивают друг друга.
Ага, высший среди низших. Тебя называют Баталь, верно? Иди сюда, годный слуга. Целуй мне ноги, ты это умеешь. Меня предупредили о твоем возвращении в Баратнор. Не ожидала увидеть тебя таким откормленным. Эльзит! Твой стих у ног Эльзит. Баталь? Она тюремщица. Эльзит кормит тех, кто достаточно силен, чтобы быть ей полезным. Объясни, что ты здесь делаешь, Демонесса. Могучая освободительница с армией союзников демона приходит в Баратнор и требует ответов. Мы не обязаны тебе отвечать, подруга. Я уже видела у него такой взгляд, Демонесса. Думаю, ты не нравишься Баталю. После всего, что я сделала? А он не говорил тебе, как я кормила этого смертного и его солдат, пока они работали на Зиминиара? Только если... Если ты целовал мне ноги, и ты делал это охотно, разве не так? О, да. Я уж думала, ты растолстеешь на личинках и хлебе, отчаянно пуская слюни на мою плоть. Значит, чтобы накормить его солдата и не дать ему умереть от голода, ты заставила его целовать тебе ноги? Каждую ночь. Это благодаря мне ты выжил. А благодаря мне ты сегодня умрешь. Чувствуй поток ярости. Я живу, чтобы сражаться. Дерись давай! Сражайся! Дерись давай! Все послужат Петрозену. Я его нечестивый гнев! Дерись или умри! Мы истинные слуги Петрозена! Жалкие червяки! Я буду пить из твоего черепа! Я буду пить из твоего черепа! Ничтожная тварь! Заплаченного бога! Гори в пылающем море! Да начнется ритуал! Давай умрем вместе! Заслужим их кровь. Не бойся. Давай умрем. Конечно. Считай это предупреждением. Thank you.
Уйди с дороги! Пусть твои вопли погасят пламя. Жди, когда я прибуду в Хель. Там я снова тебя убью. Ее больше нет, Баталь. Ее больше нет. Больше никого нет у ног Эльзит. Пойдем. Балиак Качала. Баталь, это очередной демон из твоего списка? Ночью. Мы спали. Изнуренные работой. Он приходил к нам. Чего ты от меня хочешь? Я людей не трогаю. Нам с тобой не о чем говорить. Будил нас. Трепал. Брал одного с собой, чтобы использовать. Баталь, я... Мне жаль. Но ты был моим. Ты даже не страдал. Ты умрешь в криках. Действуем сейчас, сожалеем после. Баталь. Безродный, ты в порядке? Есть еще кое-кто, кого я считал мертвым. Вот кем начертан этот символ. Еще один? Но это были все демоны из твоего стиха, разве не так? Это не демон. Моя возлюбленная. Идем.